Физкульт, привет! Сегодня такой опять чуть поговорить, чуть рассказать, чуть об обзоре, чуть об анонсе. Буквально недавно, сравнительно недавно закончил тест двух ножей с одной и той же сталью. Это Benchmade Griptilian Shot Show и Spyderco Gale Bradley Folder, оба со сталью CPM M4. Давно хотел сравнить, будет на днях. Во время этого теста, собственно, вот это была единственная работа, которая была проведена мной в этих вот перчатках, вы, может, помните, это Hex Armor Cut Free 360, что ли, я уже точно не помню. Которые якобы абсолютно не прорезайки, т.д. Затем, несколько раз, когда я протирал пальцами, как говорится, клинок, я абсолютно даже не заметил, как вот такие вот штуки появились. Видите? То есть, да, прорезаться я не прорезал, порезаться я не порезался, но вот то, что вот видите, все это вот абсолютно спокойно прорезалось, совсем даже просто. Попробовал также на внутренней стороне, совсем легонечко, не знаю, где-то тут эти перчатки, на предмет порежется, не порежется. Ну, в общем-то, режется. Вот возьмем, к примеру. Ничего нет. Достаточно затупленный DC-нож. И не сильно нажимаю. Примерно как хлеб режу. Вот вы видите. Ну да, это по большому счету это не насквозь, но это именно тот самый материал, там изнутри он виден, как который у них супер-супер модный. Для интереса попробую вот этот. Но тут при такой же силе видно, чуть-чуть прорезается, но здесь вот с вот такой штукой гораздо сложнее это сделать ножу. Но все равно прорезается. То есть при хорошем соскальзывании, думаю, вполне реально порезаться, пусть даже не так глубоко, как совсем без этой перчатки. Как износились вот за один тест? Ну, тут очень даже серьезно. Тут вот это протерлось. Палец вообще руку не сильно защищает. То есть это не сильно защищает от натертостей каких-то. Руку наминает достаточно серьезно. То есть перчатка не сильно толстая. Ну, по эргономике. Моей руке они подходят. Ну, так. Я думаю, вот мизинец чуть-чуть, видите, длиннее, чем мне нужно. Хотя такие пальцы сидят нормально. Понравилось, что они короткие для лета, это очень даже хорошо. Не понравилось, что вот здесь вот изнутри шов, вот на этом пальце, он как раз приходится на подушечку пальца. Скорее я бы сказал, этими перчатками я разочарован. В работе они себе показали не шибко хорошо. Видите, буквально там стираются, протираются, разлазятся на глазах. Ну, что такое. Износится в хлам. Буду искать себе что-то новое.
Еще помните вот эту вот штуку Лански, Eraser Block, предназначенный для очищения, для очистки и восстановления вот, Лански крокстик системы, керамические палки, ну, для очистки керамики после заточки. Вы помните, как я тоже достаточно серьезно раскритиковал эту штуку. Но, как бы так это сказать, я, хотя закончил обучение в высшем учебном заведении уже задолго после распада Советского Союза, но инженер я все-таки советской закалки. В том плане, что мы, инженеры, инструкции не читаем, мы инструкции пишем. Вы помните, я пытался оттереть следы на спаевской керамике вот этой штукой. Получалось, мягко говоря, не очень. Совершенно случайно, находясь сейчас, так сказать, вне дома и не имея доступа к обычному набору инструментов и вещей, которые у меня есть, вот эта штука у меня затесалась. Нужно было очистить после того, как поправил нож, брусочки. И как-то так совершенно случайно получилось, что то ли я мокрыми руками взялся за эти бруски для триангла, то ли еще что-то. Ну, каким-то способом попала влага, попала вода на камни, и тер я их во влажном состоянии вот этой вот резинкой. Чудесно! Оттерлось просто замечательно. Действительно очищает очень здорово. Но я подумал, ух ты, дай поделюсь-ка я с вами со своим открытием, что вот, как надо пользоваться. Решил перед этим прочитать инструкцию, которая здесь сзади. Ну, тут и написано. Друг дорогой, будь добр, перед тем, как очищать, увлажни-ка ты керамические палки. И только потом три этой чудо-резинкой. И тогда все у тебя получится. Ну, вот так вот и есть. Ну. Вот видите, вот тут вот. For Super TDTP. Увлажни. Увлажни водой. И сполосни потом водой для того, чтобы очистить. Ну, я так и сделал, действительно работает. Так что реабилитирую слегка вот эту штуку, действительно, как бы в полупоходных условиях, ну, как в полупоходных, когда ты не дома, когда где-то там, например, на даче или еще где-то, ну, как я сейчас, можно сказать, в затянувшихся гостях, очень даже неплохо очищает. Итак, как я уже сказал, в ближайшее время на канале будет тест сравнения двух ножей с одной и той же сталью. Это перегриндинный Spyder Kindle Bradley Folder и бенчевский гриб с интересной сталюкой. Я поработал, и действительно, эта сталь понравилась. Понравилась ли она мне настолько, чтобы переходить на нее и чтобы ее понравившись мне перекрыло то, что она все-таки ржавеет? Нет, не настолько. Ну, как бы нормальные обычные стали, по большому счету, они все равно хорошо работают. А также, ну, в ближайшее время, надеюсь таки сделать сравнение, как бы это глупо, может, не звучало, но тем не менее, H12MF в исполнении Кизляра против D2 в исполнении Microtec'а. H12MF, который у меня есть от Кизляра, она мне действительно очень понравилась. А D2 от Microtec'а, ну, это вообще самая лучшая D2, которая мне попадалась. Сталь такого типа. Хочу таки сравнить, посмотреть, получится что-то или нет из этого. Также ко мне идет интересный нож, новинка этого года, вкупе с двумя другими ножами. И вот то будет действительно интересное сравнение. Интересное для меня, по крайней мере. Я, честно скажу, я не припомню такого сравнения где-нибудь на Ютубе, чтобы кто-то проводил. Хотя этот вопрос гложет меня достаточно давно. Что лучше?
Ну, вот это еще пока будет маленьким таким, маленькой загадкой. Вот, вот как-то так. У нас жарко. Вот это мой Current EDC. Что мне нравится в нем, это ну, действительно беспроблемность. Его разобрал, почистил, собрал, и он дальше абсолютно нормально работает. Не нужно заморачиваться со всякой там настройкой, подгонкой, подтяжкой, чтобы там нормально и ходило, но не было люфта. Вот за это я люблю, в принципе, Сименду. Так вот, все. Физкульт пока. До новых встреч. Адьос.